Конечно, великодержавный шовинизм – это хорошо, это подхлёстывает, ну, такие хорошие качества русского человека, как любовь к отечеству, ну и все остальное. Но я не понимаю тех людей, которые служили отечеству. И в результате чего машины, иномарки в России стоят просто космических денег. И для этого, конечно, вам каждому необходим интернет дома. Для того, чтобы вы посмотрели, подивились в очередной раз. Я не знаю, как задать вопросы новому правительству. Наверное, опять другие проблемы существуют, да, там поднятие экономики, поднятие еще чего-то. Но за отечественный автопром я как бы не стал поднимать. Потому что вот давайте прокатимся в китайском автопроме. Там сказали, делайте, что хотите, а мы потом выберем лучше. Ну и так и оставили, лучше оставили. Немного заводов, большинство так, под нож. А недоверие китайским автомобилям пришло, ну, с первыми дилерами, которые приперли в страну, конечно же, джипы. Ну как же, на джипах хорошо накручивается, да? И народ у нас типа джипу любит. А народ у нас любит, в общем-то, малолитражки. Ну и такие, чтобы объем побольше был. И вот сегодня мы выбрали такой автомобиль. Cherry 4. Ну, конечно же, от официального дилера. Фирма Mac Cherry, что располагается на Доменщиков 5. Да. И плотно перекусив, ну, птицы Сергей, традиционно уже, и набив свое кузо, мы скажем, что вот в Китае есть люди и плотные. Ну, я сам тоже такой не шибко худой мальчик. В Китае есть люди большие. И за 2 метра, кстати. И самый высокий человек мира живет в Китае. 2 метра 34 сантиметра. В каких машинах ездят большие китайцы? Мускулистые, здоровые. Которые, если треснут, то чуть не хуже нашего Ваньки. Но вот причем у них таких автомобилей, как Cherry 4. Потому что я внимательно присмотрелся, пока снимал, пока ездил эта машина. И знаете, что-то мне напомнило. Ну так вот, приглядите сейчас, я вам дам несколько секунд посмотреть. И немножко обрежьте передние фары. И немножко заведите металл за угол задних фар. И что вы увидите? Да, Volkswagen Passat V4. А Volkswagen Passat никогда маленькими автомобилями не были. Но и являясь одним из моих любимейших автомобилей. Потому как, ну, Passat когда-то были народными автомобилями, сейчас стали ненародными. Но зато появился народный автомобиль Cherry 4 с двигателями от 1.6 до 2 литров. Ну, 1.6, это 112 лошадиных сил, 2 литра точно не скажу. Ну, вот там, где 2 литра, там кожа, рожа, все дела. И еще 4 аэрбэга, здесь вот проще комплектацию выбрали, здесь 2 аэрбэга. Что касается единственных недостатков китайцев, ну, вот болеют они салонами светлого цвета, понимаете? Ну, не знаю почему. Да, и почему-то на машину, куда просятся, явно 16-дюймовые диски поставили на 15. Но вы можете поставить, не проблема. Фирма-изготовитель это допускает. Что касается характеристик двигателя даже в 1.6. Ну, вот я воткнул пятую передачу, спокойно перемещаюсь, даже вопросов нет. И вот уже во втором автомобиле, или точнее в третьем автомобиле, в котором я еду, от фирмы Mac Cherry, я скажу, что, ну, при путешествии у меня не возникает ощущение, как будто я еду в дешевке. У меня машина не дешевая, 355 тысяч рублей, это все-таки, ну, достаточно приличные, но деньги. Но скажу, что ощущение нормального, качественно сделанного автомобиля, который переплевывает, ну, весь отечественный автопром, это однозначно. Те машины, за исключением сегмента премиум, которые собираются у нас, а кстати, Cherry 4 собираются в Калининграде. То, что MP3 магнитола, это, конечно, удобно. То, что кондиционер здесь вот даже на минимальном положении, очень мощный, и это хорошо. Потому как, ну, Китай живет в более теплых климатических условиях. И там в автомобилях черного цвета наличие кондера, ну, это просто по умолчанию. Ну и самое главное, объемы, да, вот. Сидим прекрасно, места хватает. И, ребята, хватит вам тешить себя иллюзиями и пытаться в машины запихивать, ну, машины, которые предназначены для комфортного перемещения, допустим, 4 человек,
сверхкомфортного перемещения запихивать туда пятого. Ну, не надо. Ведь сейчас есть генерация автомобилей, которые, ну, стоят достаточно небольших денег. И при желании просто собирайте толпой и выезжайте на нескольких автомобилях. Но для этого автомобиля, я вам серьезно скажу, что трансформируем, пожалуйста, багажник. А багажник здесь, кстати, не меньше, чем, ну, у Mercedes-Benz 140-го кузова. Ну, и, разумеется, это точная копия багажника Volkswagen Passat. Поэтому большая машина с экономичным двигателем, а что еще надо для комфортного перемещения как в городе, так и за городом. И где машины продаются, кстати, в большем количестве, чем где-либо. Хотя московские дилеры, в смысле, представители, щедро-щедро выписывают такую дилерские квитанции, так, ну, круче, чем в Макчелле, тут никто не работает, потому что самый большой ассортимент